Старый автомобиль. Транспаранты с демонстрацией в ГДР. Кадры падения Берлинской стены. Все это – экспонаты Музея истории современной Германии в Бонне. В этом музее можно не только узнать об истории воссоединения Германии, но и почувствовать атмосферу того времени. Например, услышать звуки и увидеть кадры кинохроники. Ну и еще многое здесь, конечно, напоминает о тесной связи советской истории и истории Германии. Это видно уже в самом начале экспозиции. Выставка не случайно начинается с Горбачева, он сыграл очень важную роль. Бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву посвящен целый стенд. Здесь и вырезки из журналов о нем, и фотографии, и его книги на немецком, и даже личные вещи. Это кофта Гельмута Коля. Такую кофту он часто носил в офисе, когда у него не было официальных встреч. А это свитер Михаила Горбачева. Это очень качественный французский бренд. Этот свитер купила ему дочь в Париже. В эту одежду Горбачев и экс-канцлер ФРГ Коль были одеты на встрече в Железноводске в июле 90-го. А вот на таких стульях они сидели на переговорах. Именно тогда Горбачев дал согласие на вхождение Объединенной Германии в НАТО. Многие немцы до сих пор благодарны ему за то, что он способствовал воссоединению ФРГ и ГДР. Он был первым российским политиком, который был открытым и пошел навстречу Западу. Без той политики, которую он проводил, воссоединение Германии не прошло бы так быстро. Он открыл границы и освободил путь. Он играл самую важную роль. Без Горбачева ничего бы не было. На выставке представлено много оригинальных предметов быта жителей Западной и Восточной Германии. А здесь мы видим настоящий трабант? Да, это настоящий траби. На нем одна семья из Восточной Германии бежала через Венгрию и Австрию в Западную Германию. Он еще на ходу? В данный момент нет, потому что в нем нет бензина. Но, в принципе, на нем можно еще ездить. Один из самых важных экспонатов – фрагмент Берлинской стены. С ее падения 9 ноября 1989 года и началось объединение двух Германий. Это оригинальный фрагмент Берлинской стены. Когда-то она символизировала разделенную Германию. А теперь это просто музейный экспонат и часть истории. И большинство немцев рады, что эта история осталась в прошлом.